Да убери ты руки от меня, что ты ненормальный, как птенчик. Хорошо, потом будем решать этот вопрос. Я все решу. Только Яшин, только Динамо. Я его на сутки нашел, надо поделить. Тут и что? Отсоси у сине-белых, блядь. Он через это, через раз. О, там еще товарищ такой. Где? Пошел вон он, на речку. Где? Вы, наверное, с ним отдыхали? С кем? А? С кем? Не с ним. А вас не берут ни на пробу, ни на наркотики? Это вести надо будет. Только Яшин, только Динамо! Заткнись, ты человек, разговаривает по телефону. Убери свои грабли, я сейчас сломаю руку. Мяу! Только Яшин, только... Ах ты! Скорая приезжала или психушка? Психушка. Психбригада. Ах ты, зараза, дикая. Сейчас я разорву нахуй. Он через раз это отстреливает. Это он это... Сожрал что-то. Нет, даже по насутке. А тот зашел футболку. Так, быстро надел. Ты глянь футболку, какую тебе привез, если сейчас не оденешь, это позор будет. Быстро, быстро одел. Мяу! Чего? Меня в дурку? Вы что, попутали там? Какого генерала? Я уж тебе попищу, нахуй. Пизду. СУВД это, да, или первый. По Фокина. Или первый начальник генерала, потому что в связи с ковидом они не могут. Ну, заявление давайте, если человека найду, напишет на него, что на USB, пускай закрывают тогда. Ну и пускай сидит. Дядь Вова, пускай заявление, что он ему лупанул раз. И поедет. Мяу! 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 Как хорош дурака включать. Ты вот в натуре, ты...